Всем стильный привет, с вами новая рубрика «Модный гид». И сегодня мы расскажем о современных трендах в одежде и окунемся в историю моды. Как появился всем любимый оверсайз и почему все звезды стали массово носить красные платья, обо всем и даже чуть больше вы узнаете из нашей рубрики. Приятного просмотра! А вы любите красный цвет? В этом сезоне это очень актуально. Любая красная вещь может сделать ваш образ трендовым и ярким. Еще в древности красный цвет носили римские легионеры, возничие колесниц Византии и рапсоды, исполнители эпических произведений. Красный также носили Коко Шанель и Диана Вриланд. Именно она в 60-х годах возглавила вог. Это могут быть аксессуары, верхняя одежда, костюмы, юбки. Все, что у вас есть красное дома, вы можете смело носить, и вы будете в тренде. Второй тренд этого сезона – клетка. Парни и девушки, вы можете смело экспериментировать в своих нарядах. Принт пришел к нам из Шотландии. Потом моду на клетку ввела королева Виктория. С этого момента его стали носить все. Дерзкая и элегантная клетка, одинаково близка и элитному обществу, и бунтарям. Вы можете встретить ее везде – на брюках, рубашках, пальто, аксессуарах и даже на обуви. Последнее, про что мы сегодня расскажем, это оверсайз. Этот фасон стал популярен в 20-е годы 20 века. И да, он по-прежнему актуален. А придумал его Кристобаль Баленсиага, основатель бренда Баленсиага. А стиль окончательно устоялся после использования его в культуре хип-хопа. Широкие плечи, длина макси, объемная верхняя одежда. Все это не только актуально, но и очень удобно. Одежда оверсайз способна подарить комфорт и максимальную раскованность практически каждому образу. Этот тренд актуален для всех. И для женщин, и для мужчин. Достаточно просто взять одежду на пару размеров больше. А также в моде оверсайз длин. Чем длиннее ваше пальто или рубашка, тем лучше. И на этом у нас все. Всем пока и до новых трендов!